скажу, есть. Я вовсе немного. Я даже немного. Я даже немного ничего. Во-во-во-во. А вы имеете право мне это господа? Это какой канал, если вы для себя? Нет, не должен. Чего тушенку так и не пришла? Вот мы – это молодежь. А что они? Разве это молодежь? Вот мы – это молодежь. Это еще песня? Нет, это еще песня.
бегай. Сегодня пятница. Суббота. Надо было... Алена смока этой ручкой. Нет. Это душа. Ты можешь завтра взять, я хотела завтра предложить. Когда его в ванной так... Давайте вы как приедете. Видимо, не правда. Вот, а мы вас искали. Я тебе. Видел персонал. Это все фигня, нас показывают по новому ряду. 7 рублей. Пол-литра это не посуда. Но, еврейчик. А что фотографируется? Да, смотри. Пока подумай. Лута, это время. Подождите. Чем вы занимаетесь здесь? Как бы для чего вы сюда приходите? Ну, приходим мы сюда просто провести досуг, потому что во дворах собираться уже практически негде. Тут, можно сказать, весь свет электронной сцены города Ижевска, то есть пообщаться можно с многими интересными людьми, представить свои произведения. Вот там вот внизу, где-то часов около 9, принесут колонку, будут представлять ижевские проекты, группу Марамикс. Вот. Ну, пока вроде все. Что, я забыл, что хотел сказать там? А как ты думаешь, почему именно здесь вот собирается молодежь Ижевска? Ну, не знаю. Это суговое место в городе Ижевске. Это вот. А больше негде в Ижевске собираться? Ну а почему именно? Места нет. А потому что больше негде. Это потому что старое тусовое место вообще. Тут вообще, да, тут люди сидят уже старые. Вообще вот на болоте собирались студенты, вот даже мои учителя в школе в свое время как бы здесь это тусовались. Поэтому просто старая тусовка очень хорошее место. Место, где собираются хорошие люди уже очень давно. Просто которые не хотят ходить по улицам, бомбить кого-то или чего, заниматься чем попало. Они сидят здесь, общаются, им тут весело. На гитарах играем. И вот, а мы тут просто отдыхая. На гитарах играем, песни поем. Приходите, весело. Пишем еще их сами. А, да, иногда выпиваем даже. Ну где без этого? В России живем.
Еще раз, кто тут собирается? Вам по именам перечислить? Нет, 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 мне надо как по прослойкам будто. По прослойкам? Студенты, студенты. Самое основное. Да, студент. На болоте я студент, я поступил это сегодня. Знаете, как классно? Я столько парился. Все лето убил. Я поступил. Студенты, неформалы. Любые, музыканты. Кто угодно. И даже лысые. Роллеры здесь не сидят. Роллеры сидят на Пушинской. Я роллер, между прочим. Смерть роллер. Ну не сейчас. Я 3 года уже катаюсь, вы чё? Не помните меня, да? Когда колеса возьмешь, что? Классные очки такие, жизнерадостные, мне нравятся. Посмотришь и жить сразу хочется. Дай померить. Я потом сниму. Андрей, Синя. Через, смотрю, на жизнь через розовые очки. Снимайте камеру. О, о! Чьи? Твои? Да, сейчас. Мои. Не на сцене не выступать. Лучше не буду делать. Я басист. Гитары, гитары. Ой, не, не надо эту гитару пока. Я же снимаю, так правильно поднимал? В таком месте, как болото. А? Вот молодежная программа. Да, конечно. Молодежные рубрики. Вот. Сейчас что-нибудь рассказали. Интересно. Интересно? Да. Не, боюсь, не получится. Почему? Вы просто скажи, чем ты занимаешься, почему именно тут собираются. Ну, не вот, сигареты отдыхают.